Буэнос диас, мис керидос амигос, язерный рассвет вновь заряет ваши экраны. Это значит, что... Чё-то мы делаем в саду камней в ожидании Хэнка. Значит, по-любому Коннор, значит, это Детройт Become Human, поэтому... Сажайте сраки поудобнее, хватайте ништячки и поехали. Ну и где она есть? Ой, лаганула. Игра нас как бы ведет куда-то туда. О! Кишечник летающий, ах, вон ты где. Жалко, андроиды не умеют бегать. Кишечники летающие. Вот и паровоз. Блять, мы у паровоза, дебилы. Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Поздравляю тебя, Коннор. Найти Девианта было очень непросто. Его допрос ты провел очень грамотно. Я очень тобой довольна, Коннор. Спасибо, Аманда. Мы попросили полицию отправить его к нам для исследования. Это даст нам ценную информацию. Допрос был очень... непростым. Что ты думаешь о Девианте? Признаки девиации были налицо. Когнитивная нестабильность, непредсказуемое поведение и, конечно, эмуляция эмоций. И даже страх смерти. Модель явно имела дефекты. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Хм. Он явно не такой, как я предполагал. Но у меня пока недостаточно информации, чтобы составить мнение. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Сосредоточусь на деле, а его попытаюсь игнорировать. Если Опа, вместе, сработало. Конфликты, проблем не будет. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Угу. Я так чувствую, будет фраза. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Чё-то мне подсказывает. Думают ли андроиды об электроовцах? Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Угу. Mm-hmm.
рыбе, то конфликты вокруг Арктики. Накануне патрульный катер БМС-2 столкнулся с российским транспортником. Пока обошлось без жертв и повреждений. Ух ты, Коннор. Я думал, твою задачу здесь сняли. Только что продлили. Хэнк, наверное, будет просто в восторге. Ты был прав насчет того андроида. Так и сидит себе смирно в камере. Сегодня вот увезти должны. Мне показалось, ли там тот проскочил? Детектив Рид. Персон. Коллинз. А вот это вроде бы Андерсон. Да. Простите. Какое время обычно приходит лейтенант Андерсон? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Так, а что играет-то хоть? О, да! Наш человек. Heavy Dark Metal. Пончики. Веерный клен. Холодный кофе. Лозунги против андроидов. Бейсболка. Спички. Собачья шерсть. Порода псинки Сен-Бернар. Тонна красного льда. О, а вот и бомбер. О, господи. Хэнк, иди-ка сюда. По 10 дел об андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только киберлайф. Весело.
надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Но все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип. Будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, а уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, а? Ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен. Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. Весело. Да. Так, блять, а где Девиант? Я запрошу. Группа оперативного реагирования вызывается на учение в сектор Б. Угу. Они еще не знали, что вы в 22-м. Так, Хэнк, журнальчик, а где же, блядь, Девиант? Я чувствую, что мое присутствие причиняет вам неудобства, лейтенант. И я приношу вам за это свои извинения. Мы напарники, и следует узнать друг друга получше. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. Перестрелка на складе в Ньюпорт-Харбор. Внимание, все поста. Теперь мой. Так, а где сам Девиант? Которого мы взяли в той главе. Android PM700. А, у меня такая же схема в голове. Так, не та допросная, видимо.
Зачем мне в сральник? Видимо, все-таки надо залезть в допросную. Так, значит, девиант не здесь. А вот и наш клиент. Они уничтожат меня. Это возможно. Будет анализ биокомпонентов. Им надо понять, что произошло. Я знаю, ты что-то скрываешь. Я должен узнать, что, пока тебя не забрали. Ты сделал скульптуру. Расскажи мне о ней. Так, фигурка. Что-то я, видимо, сделал не так. Открывайте камеру! Скорей! Хуярит об стекло. Позвоню в Киберлайф. Пускай уберут. Самоубийство андроида читненько. Теперь копаемся в досье девиантов. У вас есть собака, да? С чего ты взял? На кресле собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Тебе-то что? Сумо. Сумо зовут. Вы слушаете «Рыцари черной смерти»? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь хэви-метал? Ну, не то чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. Хотел спросить, вы всегда приходите на работу в это время? Прихожу, как прихожу. Хватит уже ко мне цепляться, а? Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе.
Наслаждайся. Так, потерпевший утверждает, что дроида дома, как обычно, и пошел на работу. Модели АВ-500. Андроид, работавший официантом. AP-700. Андроид также устроил погром в нескольких комнатах. Не, я почитаю. Менеджер клуба Рэй из необъяснимого сочетания секс-андроида WR-400. О, Маркус. Сын произошла стычка с домашним андроидом. Является прототипом. Был уничтожен прибывшим на место преступления сотрудниками. Кара. На него напал домашний андроид AX-400. Накануне андроида вернули из сервисного центра после ремонта. Пшень на убийство. Кара. «243 досье. Первое 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера модель AX-400 напала на человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать». Угу. Ну-ка. Понимаю, у вас проблемы личного характера, лейтенант. Но вам следует от них отвлечься. И... Эй, ты ни хрена обо мне не знаешь. Я тебе не друг, и советы свои держи при себе. Короче, нужна экспертиза. Я запрошу. Меня назначили выполнять расследование. А не сидите ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели AX-400, вчера напавшей на человека. Ее недавно видели в Ривендейле. Хорошо. Коннор аж охуел с такой подачи. Ну что ж, на этом моменте, наверное, сделаем финиш. Спасибо всем, кто присутствовал, с вас, как обычно. Лоис, Пиписька, Колокольцев. И до скорого. Адьёс, братва.